В Новосибирске отпраздновали покров Пресвятой Богородицы. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе. Великий праздник покрова Пресвятой Богородицы отмечается Русской Православной Церковью, хотя события, которые вспоминаются в этот день, произошли в 910 году в Константинопольском храме. Тогда Божия Матерь распростерла свой амафор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения верующим. С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась покровительницей земли русской. Под ее покровом, силой ее молитвы, росла вера православная на нашей земле. И праздник Покрова напоминает нам, что во все времена, во всех обстоятельствах нужно уповать на помощь и защиту нашей небесной покровительницы. Радуйся, радости наша! Покры нас от всякого зла честным Твоим амафором. Взывает Святая Церковь, прославляя Матерь Божию и день покрова Ея. Образом Божией Матери вселяет уверенность сердца человеческого. Особенно, когда мы взираем на образ покрова Пресвятой Богородицы. Особую любовью этот образ и этот праздник пользуются в пределах земли нашей. Храмы, посвященные покрову Пресвятой Богородицы, обители, основанные в честь этого праздника, украшают землю русскую. И мы верим, что покров Божией Матери распростер над нашей землей, над нашим Отечеством, над нашей страной. Ибо без заступничества Матери Божией, пройдя сквозь лихолетие 20 века, могла бы уцелеть Церковь Божия, мог ли спастись род христианский. Могла бы вновь быть восстановлена Церковь Божия, украшаемая и прославляемая? Нет, не могла бы. Только заступничеством Матери Божией, только молитвами святых угодников, только любовью Господа нашего Иисуса Христа была спасена Церковь, род христианский и все наше Отечество.